Середина февраля, все зачистили на станции Дорошиха и готовят подъездные пути для строительства моста. И вот уже весь кустарник, весь лес, все, что здесь было, посрубали. Но, правда, ширина какая-то очень маленькая. Вот здесь почему-то деревья еще оставили. Сейчас подойдем поближе, посмотрим, что там происходит. Машины везут песок в огромном количестве и делают уже насыпь. Смотрите, какой высоты уже насыпали. А вот эти железки, это будут забивать сваи вот туда вот. То есть вот отсыпают песок и туда сейчас будут забивать сваи по периметру для того, чтобы здесь заливать основание моста. Уровень воды опустился на 3 метра за зиму. То есть видите, да, высота человека и высота льда на данный момент. И вот эти трещины. Самое удачное время. Видите, сколько навезли строительного мусора и песка. И сейчас вот выстраивают, будут забивать сваи, выстраивают такую вот дамбу, чтобы забить сваи. И вот здесь вот, как на железнодорожном мосту, также и здесь будет основание нового моста автомобильного. Но это на этом берегу, а на том берегу, тут, представляете, надо высоковольтку переносить, и дома сносить, и там гаражи, и много-много-много всего. Ну вот интересно, да, самое удачное время сейчас, потому что вот через 2 месяца вода подымется, и уровень воды подымется выше вот этих кустов. То есть метров на 5 поднимается вода, это в обычный год. А максимальный уровень воды, это вообще может затопить полностью раз в 100 лет, даже вот где дома стоят, раз в 100 лет может подняться уровень воды по вот этим специальным статистическим сводкам. Так что вот такая движуха. Вот мост видно, да, насколько уровень воды, то есть выше, чем экскаватор. Опустился сейчас уровень воды вместе со льдом.